Стоп-флут. Просьба. Давайте без флуда сегодня. Постараемся максимально сконцентрированно. Без ругани, без всего. Говори. Довольный. Говори только Вова, остальные по конструктиву. На профу ставим больше. Ладно, все, я молчу, короче, давайте говорите, делайте. Давайте не я молчу, а просто я выключу микрофон, чтобы только Вова говорил, и все. У меня далеко кнопка, чтобы говорить. Все здесь, фул ребаф дали. Начинаем чистить трэш. Райдер основной танк. Кексик второй танк. Короче, танки пошли. Килы хилим. Стоп, фул. Скарп, затем нажим. Рейдер в лесе, давайте суммоним рейдера. Поставьте шкаф, пожалуйста. Ко мне нет. Два человека на суммон. На пул, короче, кексика, и все, у меня больше вопросов. На пул в этого рейдера. Блин, метка на кексе стоит, ладно. Я пока не могу использовать эту способность. Долетел уже. Если бы я уже не остыл, я бы задал тебе жару. Тимыч, все, возвращаемся обратно. Рыбка будет перед боссом, так что давайте сейчас не слайпаем, а аккуратненько трэш чистим. Вов, вопрос, давай по перекурам сразу определимся, перед каким боссом будет. Перекур будет перед профом, ребята. В ваших интересах все закрывать без вайпов и максимально быстро. Клей на пол. Надо разбирать трэш. Подошли все. Трэш на пульте на райдера. Он входит, встал, зашел. Thank you.
Не надо с боков тянуть, ребят. А мне там чем зафиг. Масло на пол дали. Тринки там, ну, приоритеты же так вон никакие. Ролик топ ДПС. Напиши в регию, чтоб. Сколько там? 200к. Ребят, давайте чуть поближе, туда будет все балансировано. Ой, все. Ну, энергия. Ну, так. Ну, вот, да. Да. Зачем? Не пол погода. А где наш двушка прокол? Тарантон. Лёва, давай не будем сейчас входить. Хорошо. Пусть Вове нервы. Хорошо. Правых. На пульте на танков. Да, ассисты. Чего ассисты? Ассисты одиноко на разборке собирают. Все данные фиксируются в баге, все не срывают. Дай кому на это все. Да, давай. Нет, я просто говорю, что не пропали. Аккуратно подходим, не цепляем ловушки. Ставлю рыбку.
Приятного аппетита. Рыбу кушаем. Все стоим во фрейме босса. Ханты на расстоянии, в лужах не стоите. Сразу свечим. Продолжаем бить босса на вихре, отходим от босса, и РБД продолжают бить. Да, дискорд. Пусть. Так, по паладинам бафы. Тирамису дает каски, Твинси дает кулаки. Там... МП5 по магам дайте, пожалуйста. Спасибо. И по престам. На бафы. Сейчас арче. Кому что не хватает, пишем в рейд. По друидам. Кулак. Ребята, МК кидают тому, кого считаю нужным. Не надо мне флудить. Рога, в чем проблема? Райдер. Райдер говорил, секунду отойдет. Райдер, все, Рога. Чего не хватает тебе? Заходи в ИК. На пул. Профи Харт, Анхоли Прист. Сейчас, секунду, подожди. Анхоли Прист. Чего? Чарки делаю. Как будешь готов, скажи. Дранкин, выключи, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Все, я готов. Шаг, готов? Шаг. Готов, готов, говорю. Готов, Войт, отсчет давай. Раздавай, сестра. Давай, все. Танки, готовимся. Пошли танки. Приготовились шип. Залили шипы. Приготовились. Берем босса. Отошли.
О, фрейм встали. Свечнулись. Залили. Готовились. Залили шипы быстро. Приготовились шипы. Свечнулись. Убили шипы. Дали. Лесим Таксас, старший играет себе шмот. Стоит ханты, там их тоже, блин, смотрите шипы, что они попадают. Андрей, давай сейчас без флуда. Идем спокойно. Какую? Бывает, ничего страшного. Сигар, если слабый ДПС, ДПС сильнее. О, переспекаюсь, буду держать. Нет. Квестом будем. И берем квест. Так, райдер, череп оттягиваешь вот сюда, выводишь наверх. Кексик остальных забираешь, держишь слева вот здесь. РДД встали сюда подальше. Милики в череп не играют, только РДД в череп играют. Милики играют в того, кого будет держать текст. Давай, райдер, иди пуляй и беги сразу наверх. Череп. Текст. Выходи наверх. Милики играем. Райдер, череп, тени отошли все оттуда. Собственную ущербность, тем скорее выберите иной путь. Наверх, ходи сразу.
осталось там. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой. Так же наверх поднимаешь, отошли все отсюда. Ну и теперь после йога. Тебе не вырвать. Райдер. Право тяните. Я на вас ничего. Текст левого забери. Пошевели его, Райдер. Все, стой, не тяни. Давай этого правого. Райдер, забили его. Райдер, череп твой. Раймар. Замедлить его второго. Райдер, начинаешь. Не поведите его левее. Давай, Райдер, начинай.
Ребафаемся в танка. Ставлю рыбу. Ешьте. Кто в танк, ты говоришь? Void Defender. Нет, Рейдер, ты в танк. Так, первая пати слева, вторая пати справа, третья пати слева, четвертая пати справа. Void Defender, ты держишь задний трэш. Шакондра, ты держишь левый трэш. Кексик, ты держишь правый трэш. Еще раз. Шах, ты держишь левый трэш. Как я на присте буду держать его? А, блядь, ты ж на этом на присте. Райдер. Я вас путаю, блядь. Райдер, ты на левом трэше. Текст на правом трэше. Войд на заднем. Так, Штормхолл, помогаешь мне Дарнована держать. Чтобы его не убили. Все, начинаем пул. Играем в босса. В третью группу куда? Третья группа налево. Трэш вышел. Брали в трэш. Идите, Дарнована, блядь, не убей. Все, убили. Вов, вопрос, а если мы... Что считается? Трэш выходит. Трэш. Свечный трэш. Лужа. Трэш вышел. Сагри, трэш, райдер. Один вышел. Удалили трэш. Секунд помощники. Блять, как можно было мобал бить? Вышли из лужи, не будем сейчас обсуждать. Трэш вышел. Райда, собери. Приготовились. Давайте. Заливаем трэш. Контроль. Рейд. Да,
Рейдер бомб. Спасибо. Чёрт, я пытал. Да. Уже дал. Дайте Геру. Чё-то отправили. Нет у меня Геры. Это... Да я потом... Вы уже выведите. Вы уже выведите. Но у нас еще шаман есть. Менфирет не убейте. Контроль Менфирет. Молодцы. Добили, блядь. В луже не стоим. Просили ли рейд? Тормису похил. Сайвея контроль. Не убейте Сайвея. Законтрольте его, ребят. Пиздец вы, блять. Из лужа. Ты не в сил, противиться моей воле. Контроль про Талмара. Странные пуги, сука. Трэш не бьем. Не бейте трэш. Сели все на маунтов. Поднялись. На маунтов все сели. Стоим, ждем. Бой. Понятно. Забирай этого дракона. Боком ко всем поставил. Все нормально. Значит, пока пушки. Сейчас назначу. Не спелите, пожалуйста. Старгейзер, Unholy Priest, Лок и Штормхолл в пушках. Нет. Я просто не шарю. Будешь на этом корабле, значит, бить. Да, Райдер, ты на этом корабле. Тексик прыгает на ту сторону. Я, короче, на корабле бью. Все взяли джетпаки. Одели и проверили, что у вас все работает.
Какой бой? Нету боя. У меня бой висит. Комбат висит, да. На половине рейда висит комбат. Значит, вернулись, долили тот трэш. Говорил, нехуй его трогать, блять. Вот он, трэш идет, блядь. Его можно где-нибудь запускать? Это же будет. Давай. Побежал. Все, бой закончен. Все, не идем дальше. Ни на ком боя больше нет? Хорошо. Так, показываю. РДД между первой и второй пушкой. Вы прыгаете отсюда, слева, вот первая и вторая пушка. Отсюда прыгаем, РДД и ДД. Танк прыгает между второй и третьей пушкой. Ой, третьей и четвертой пушкой, вот отсюда. Больше никто здесь не прыгает. Прыгаем туда, заливаем мага, заливаем дальний трэш, уходим оттуда. РДД играют по ближнему трэшу, милики светятся на трэш. Твинси, даешь кулаки по пушкам. Пожалуйста, рибаф. Сейчас будет рибаф. Дайте фул рибаф. Ох, я эту сумку купить не могу, а вообще забагал что-то. Может, что у тебя есть? Я сумку купить не могу. Забагал что-то? Вот, видишь, фото? Так, он тебе... Сейчас тебе скажу, как называется. Гоблинский ракетный ускоритель. Он у тебя в рюкзаке будет лежать. Одеваешь его за место рубашки. Нет, это я знаю. Просто он мне не дает его взять. Значит, он у тебя уже есть. А, вот так, значит, я понял. Да перебежать там по крылу можно, не парься. Не надо никуда бегать, просто стой отсюда, заливай ближний трэш, да и все, не парься. Да есть. Да есть у него. Все, ребафнули. Давайте, не будем долго ждать. Ну, так, ладно, собрал уже с прошлого это? Кто прыгает? Шмот. Во. На корабле все прыгают, милики? Хорошо. Прямо. Каску дайте по райдеру, пожалуйста. Есть? Все. РДД встали уже. Приготовились. Все по своим пушкам разошлись, кого я назначал. Лок и штампхолд по пушкам. Пал знает, что делать. Вы видите, что это там вдалеке? Играет на трэш на нашем корабле. Как скажу, тогда прыгаю. Далее играем в ближний трэш на том корабле.
Я не да. Не восприимчивость. РДД прыгнули. РДД прыгнули. Обычно. Далее. Ох, без проблем. Ближний трэш. Мирики пошли бить трэш на нашем корабле. Сержант прилетит. Давайте так. Без лишних разговоров. Танк. Мага залез. Пошли с корабля. РД играем в ближний трэш. Кекс рано прыгнул. Смотри, пока все мирики не уйдут, не прыгай. Играли в пушку. Кисель. Ну дальний трэш сыграли. Офис корабля. Сейчас на заморозка будет, я Старгейзер бы. Ано. На корабле при сержанта бейте. Приготовились. Прыгнул. Прыгнул. Сразу заливаем дальний трэш. Пошли с корабля. Тех жди. РДД заливал. Текс, уходи. Понятно. Живой тохлый. Где там? Давали. Да я не знаю, что за фигня. Вроде, блядь, от дома, блядь, все да. А у меня тоже залагало. Да, вайп, а? Мисоткана, ебану. Дисконнект. Охуенно. Я не один залагал, блядь. Ну да. Сейчас просто ловится. Дисконнект. Я к танцам бегаю. Я тоже, на спине. Жаль, юзнуть нельзя. Не, ты один. Чему юзать нельзя? Ну нельзя, он пишет, невозможно здесь это использовать, я уже попробовал. А то было бы прикольно, так копы багнули. И везде шансы. И по долорану на рюкзаках. Нафиг. Да ладно, по долорану, а прикинь куда-нибудь на БГ с ним быть. Или на арену. И сразу, блядь, можно персану. Мы все ты точимся и ждем CSD. По трэшу я снялся.
Трэш резнулся, да? Да. Нихуя там какая стая, я туда не пойду. Сегодня, кстати, Рогай на БГшке Саганова на Дебала разобрал. Кого разобрал? Дебала. Охуенные пизды получили. Кто там что говорил? Заебись, я сейчас пизды получил, говорю. Я за тебя рад очень. Меня воздух убили. Как все-таки охуенно иногда взять квест и не доделать его. Ну это вообще пиздец, как можно, блядь, было мобаз заводить. Первый раз, блядь. Люблю шамана. Пришел в толпу, раскинул нахуй и зашел. Шаман, вернись теперь. Еще раз раскинь. Повтори мув. Люблю, да пока пришел, но в визе зашел вообще-то. Да похуй, в принципе, я Мишка, блядь. Я сейчас толстый, блядь. Уебу кожу, уебу ключ, и мне пизды дадут. Тех в кожу. Хорошо сказал, да? Ну, фокус что-то не получит. Ну, пизды, ты пизделей. Ну, так... Это... Как ты сказал же, блядь. Не бежим, Твинси. Не обидно. Юля, зачем ты собой пожертвовал? Как это в той видеохе, да, на ютубе? Поебалу получить не обидно, пацаны, да? Пизделей получить, это нормально. Охуенно, когда квест взятый и не сдат, блядь. Никого не видишь вообще там. Портуйтесь на второй этаж и не бегите, то как мобом, блядь. Что сказать? Лошары и забежать. Можно, но тебя хуй поймут. Только что таки сделал. Машина на прокат. Ой, дорогая, ну это же кому сказать. Нет, мама сделает индейку. Блять, опять этот ебаный спам, они меня заебали. У нас один не зашел, да? Я ролок. Нет, еще один. Эрдру, если ты меня слышишь, заходи, пожалуйста. Как эта программа такая была? Жду тебя или как? Ищу. Добро пожаловать в Америку. В смысле, чем не могу быть полезна? Можешь. Ну так скажите, что мне для вас делать? Начни с того, бля, что эту улыбку, бля, со своей розовой мордой, бля, запихни себе в жопу, бля. И дай мне машину, бля, Датсон, бля, Тойоту, бля, Мустанг, бля, Бьюик, бля, чтобы четыре колеса, бля, руль и сиденье. Вы, конечно, можете мне хамить как угодно, мне на это плевать. А мне плевать на тебя. Твоя, бля, компания оставила меня, бля, посреди пустыни, не машина. Машины, бля, ни хрена, бля. Я, бля, шел пешком 3 мили, бля, по шоссе, бля. Меня машины опрызгивали, бля. А ты мне, бля, тут еще улыбаешься в морду, бля. Я машину требую, бля. Сейчас, бля. Позвольте вашу квитанцию на прокат машины. А я ее выкинул, бля. Что? А то, бля, что ничего не выйдет, бля. Что ты? Ну, Вовчик же ж путает. Бля, что, очередь, что ли? Что-нибудь, а то я тебя чуть потише сделал, ты прям у меня глушил всех остальных. Меня потише ты сделал? Прикольно. Пофиксил он тебя. Самую малость. Удаляюсь, друзья. Так, все. Давайте.
Поляем его. Не пойдешь, что а кто смотрел на есть? Нет, это классно. Данчик, что ты убил Дарнова? Конечно. Стоп. Лот. Идем на корабль, рюкзачки снова берем, обновляем их. Не достаю. Слишком далеко. Корабль. Эрдру, ты в Дискорде? Слишком далеко. Посмотрите, чтобы рюкзаки у вас работают. Надо. О, красота. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Кому надо, починились сразу. Не буду называть его панику. Ребенок не оценит. Просто называю его добрый. Но у меня как бы еще квест на великанном висит. Только сдать невозможно будет. Только сдать. Ну да. Так, все, чтобы у меня отписался друид. Ну его и в Дискорде нет, нас 4 человека. Он походу спать. Так. Full rebuff. РЧ провожу и запускаю. Может Беслад ты все-таки набрал? Друида? Без друида пока. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарага. Дальше по-другому там поступим. Фексик друида, вердружка, вот у нас потанкует. Да у нас Юля за троих хилит. Юля хвест вообще. В любом случае вердружка нужен будет. Здесь, давайте. Сейчас вы ответите перед Солфангом. Арбитр, ближний трэш заливает. Нашем корабле играет. Трэш.
Лучок по пушкам не забывайте. Танк прыгнул. Да, да. Все пошли. Мага залили. Давай. Так надо. Так, спрыгнем. Вылетим на нашем корабле. Прыгнул, так? Да, да. Прыгнули. Лучок по пушку. Да, не сложно. А. Ну, чуть-чуть быстрее просто. Что, я позже прыгнул? Прыгнул там. Залили мага. Уходим с корабля. Залили. Там прыгнул. Все, уходим с корабля. Никто не открывает. Я скажу, я набираюсь. Спускаюсь в Марс. Охуеть, блядь. Что ты? Отказывайтесь просто, да и все. Отказ делайте. Чего? А, я пароль. А, да. Отказывайтесь, Старгейзер. Нить все. Я собирал, я нажал, мне надо, но... Что принял? Ребят, мне... никто не жмет, мне это нужно. Тимбейс, жмет, все, мне нужно. Тим, конечно. Так я специально, чтобы вдруг кому-то не этот... И так сейчас каждый никуда не денется. Все отдаем Старгейзеру. Если бы меня ребята не знали, я могу ливнуть, мне-то похуй. Потом. Так. Кексик.
в... Что, у тебя есть? Нет, ну... Подожди, Лёха, кинь опять трейд.